Хлеба много не бывает, так говорят хлеборобы. По итогам уборки урожая нынешнего года в Чадырлунском районе на 13 тысяч гектаров выращено около 37 тысяч зерновых культур. Всем, кто намолотил и вывез хлеб с полей, вручены премии и ценные призы. И за хороший труд, за хорошую уборку. Уборка очень в этом году засушила немножко, но достаточно такую погоду хорошую, чтобы такие... Показатель наш, это почти 1500 тонн переживанный. Тяжелый был уборка, тяжело было, но убрали, спасибо Богу. 32 центнера убрали урожая, но это среди маленьких предприятий. Свыше 30 центнеров с одного гектара убрали сельхозпредприятия в Чадырлунге и в селах Бежгёс и Казаклея. От 43 до 51 центнера собрали лидеры менее крупных предприятий в селах Тама и Киритлунга. Средняя урожайность зерновых культур по району составила около 25 центнеров, что на 0,8 центнера меньше показателя по Камрадскому району. Вы знаете, что сельское хозяйство – это рискованная отрасль экономики. Тут очень трудно предугадать. Конечно, есть моменты, связанные с соблюдением технологий. Подкормка, вспашка, семена, качество семян. Все это вкупе дает результат. Я думаю, что не только погода, но и то, что я сказал, влияет на то, что те или иные хозяйства собирают в различной степени урожая. Но меня радует, что у нас есть маленькое предприятие, которое имеет урожайность 51,4 центнера с гектара. Это великолепный урожай. Богатому урожаю способствовали благоприятные метеоусловия в начале года, но июльские дожди все же сделали свое дело. На 4 миллиона лей пострадали сельскохозяйственные угодья, попавшие под градобитие. Но хлеборобы справились со своей задачей. Теперь можно подумать и об отдыхе, благо есть такая возможность. Ежегодно получаем путевки в оздоровительные санатории. Они могут улучшить свое здоровье. Это основная, если не основная, то одна из задач профессиональных союзов. Поэтому они получают и могут отдохнуть. Кроме того, мы в своих хозяйствах в летние, скажем, летние периоды организовываем им помощь для того, чтобы они выехали на море, там, на зону отдыха и так далее. В Чадырлунском районе выращиванием зерновых, колосовых и зернобобовых культур занимается 85 сельхозпредприятий. Среди них один колхоз «Победа» в Копчаке и одно акционерное общество «Техцентр» в Чадырлунге.